какая-то поклевочка есть. Здесь вот. Он тянет что-то. Что-то клюет там. Пойдем посмотрим. Всем привет! Сегодня снова выбрался на рыбалку. Выбрался недалеко от дома. Такое место вот здесь вот. Частенько здесь проезжал, с дороги видел этот водоем. Хотел здесь порыбать, все не удавалось. Вот сейчас выдалось немного свободного времени, там 2-3 часа. Хочу попробовать здесь вот два водоема искусственных. Здесь один вот, и с другой стороны вот здесь один. Они разделены между собой. Ну, может быть, этот какой-то отстойник. Это, ну, вода здесь чистая, здесь родниковая вода вроде впадает, насколько я знаю. Нету таких сточных вод. С какой-то целью он был создан. Ну, видео не об этом. В общем, посижу порыбачу сегодня, попробуем, посмотрим, какая рыба здесь есть. Пару рыбаков здесь вот сидит недалеко. Вроде каких-то карасей поймали там. Посмотрим, в общем. Сейчас все буду закидывать и посмотрим, будут ли какие-то поклевочки вообще или нет. Ну, очень интересно посмотреть. Раз. Так вот я здесь расположился. Закину, наверное, донки слева-справа от себя. Здесь посередине поплавочную удочку еще попробую поставить. Может, на поплавочную удочку что-то будет клевать. Посмотрим, в общем. Погода сегодня пасмурная. Температура где-то около 12 градусов. Немного такой ветерочек есть, со спины дует. Так, закину свою обычную снасть, на которую я обычно рыбачу. Вот такая донка у меня, 2,7 метра, тест 80-120 грамм. Пружинка вот с грузилом, вот такая вот пружинка. Сейчас на нее кашу забьем, на эту пружинку. На крючки горох одену. Обычно на горох рыбачу. Один крючок залеплю в этот, в пружинку. Вот так вот. И чуть повыше еще один поводок туда тоже вот горох. Через вот так через росток одеваю его. Жало торчит. Так. Ну все, в принципе, забрасываемся. Так, пальцем проверяю, чтобы ничего не мешало там. Так, по сторонам раскидаю. Давай, ловись, карпуша, большой-пребольшой. Так, пруд маленький здесь, этот водоемчик. Сейчас вот улетел почти на середину пруда. И, судя по леске, не очень глубоко здесь. Так, сейчас колокольчик поставим. На кончик удилища здесь. Если что, зазвенит. Ну все, в принципе, сейчас вот эти два тоже закину здесь с правой стороны. Так, донки закинул. Три доночки поставил здесь вот. Сейчас хочу удочку поплавочную еще закинуть. Не знаю, на парика попробовать. Посидеть. Или малька попробовать на крючок одеть. У меня же мальки есть еще. С прошлой рыбалки остались живцы.
Надену на крючок опариков. Ветер усиливается. Но он здесь так сильно мешать не будет, потому что здесь и маленький водоемчик такой, бассейн, можно сказать. Он размером-то, наверное, я не знаю, там 100 на 200 метров всего. 100 на 200 или 100 на 300 метров примерно такой искусственный водоемчик. Ну, была информация, то, что каких-то карпиков здесь ловили вроде. Так, где мой любимый поплавочек? 4-граммовый вот этот вот. Сейчас его поставлю. Поплавки отцепляю, снимаю их обычно, потому что они хрупкие, ломаются. Отдельно их храню. Ну вот и все, в принципе. Удочка готова. Глубина не знаю, какая здесь примерно. Метра полтора поставил глубину. Вот такой заброс. Поклевочек нет на поплавок. Ну и на донке тоже. Там вот рыбак тоже стоит. Тоже я не видел, чтобы какую-то рыбу вытаскивал. Так, здесь я минут 15-20 где-то посидел. Поклевочек нету, хочу. Здесь вот еще один пруд есть через дорогу, небольшой тоже, маленький такой. Удочку взял, сейчас сюда попробую закинуть, здесь посидеть. Может быть, здесь какая-то рыба клюет. Посмотрим. Вот так вот. Тоже глубина есть хорошая здесь. Где-то 2 метра, наверное. На опарыша поставил поплавочек. Посмотрим. Может, что-то здесь клюнет. А там колокольчики у меня на донках, если что, услышу. В корягах один рыбак сидит. Что-то я тоже не видел, чтобы он что-то вытаскивал. Посмотрим. Что-то насаживает там. На опарыше тоже ни одной поклевки нет. Здесь вот один рыбак проходил мимо, я спросил, вроде говорит, окунь здесь есть.
горбач. Наверное, попробую еще смолька поставить какого-то. Немного поменьше глубину сделаю, может, на малька что-то удастся поймать. У меня мальки вот остались со вчерашнего дня. Такие уж они, вялые уже, полусонные, какие-то вообще заснули там. Так, давай-ка на крючок. Вот так вот. Попробуем на малька закинуть. Пусть погуляет с мальком немножко поплавок. Может, какой-то окунь попадется, потому что на парышень вообще поклевнет. И донки тоже молчат. Какая-то поклевочка есть. Здесь вот. Он тянет что-то. Что-то клюет там. Пойдем посмотрим. Он что-то дергает. Пока непонятно. Вроде что-то есть. Что-то давит. Что-то было, но не знаю, там еще или нет. Да, что-то есть карась. Карась такой вот. Хорошенький, крупный. Карасик попался. Вот такой карась попался. Такой красавчик. На горох. Он как зацепился. Красиво. Такая вот красивая рыбка попалась. Такой желтоватый немного. Такой. Давненько я не ел карасиков. Хочу сегодня пожарить их. Посмотрим или на барбекюшнице, или дома на сковородке. Сейчас их почищу. Почищу и домой их сразу чищенными привезу. Прямо на водоеме их. Здесь сейчас приготовлю. Ну, чтобы они чистые были. Очень удобно, потому что если дома чистить, то вся раковина будет в чешуе и в потрохах. Поэтому лучше на водоеме, конечно, чистить. Это непонятно, короче, там то ли поклевочка, то ли что, сейчас покажу, поплавок так дергается, то ли мел чего дергает. Там какая-то мелкая рыба еще плавает рядом с поплавком. Может, даже мелочь дергает. Поплавок сам. Непонятно, в общем. Так, ну ладно, я рыбку почищу тогда. Пока вы здесь за поплавком присматриваете. Так, ну вот, рыбка готова. Все, рыбка чистая, домой. Такую чищенную рыбку привезу. Пожарить. Класс. И не надо будет мараться дома. А то вся кухня будет в этой рыбе потом.
Там вот я смотрю туда, где я удочки оставил, там плавок что-то вроде ходуном ходит, что ли. Надо пойти посмотреть там. Такое ощущение, как будто на поплавок что-то клюет. Мелкая рыба толкает поплавок. И кажется то, что это поклевка. Маленькие-маленькие карасики. Прям под поплавком плавают. Вон его дергают. Совсем маленький карасик возле поплавка прям. Я уже думал, это поклевка. Прибежал сюда, смотрю, это маленькая рыба балуется, оказывается. Я здесь еще пока рыбачил, пока рыбу чистил, малявочник закинул. Хотел посмотреть, что на малявочник может попасть. Опа, вот такие пескарики маленькие есть. Сейчас покажу. И пару карасиков маленьких. Три карасика. Попалось и пескарики. Вот на живца. Пискарь вообще классный живец. Давно пискаря, кстати, не видел вживую. Вот такой вот пискарик попался на малявочник. Маленькие-маленькие карасики. Вот такие. Так, здесь живца можно тоже наловить. Живец мне нужен будет для жерлиц. Скоро уже, через месяц где-то, первый лед будет, наверное. Можно, в принципе, здесь попробовать его заготовить, этого мелкого карасика. Вот они здесь плавают. Так, ладно. Какая-то... Пискарик тоже, кстати, хороший этот, блин. Живец для этого, для щуки. Вообще щука его обожает. Так, ну что здесь? Какая-то поклевочка была вроде бы. На удочку непонятно. Может, это мелочь дергала. Нет, это, наверное, мелочь дергала, потому что опарыш на крючке как стоял, так и стоит. Ничего его не дергало. Вот так вот. Собрал вещи. Собрал удочки, донки. Сейчас вот хочу еще раз поднять малявочник. Никого больше нет. Второй раз уже никто не попался. Пустой малявочник. Вот такая вот рыбалка получилась сегодня. Есть пару карасиков у меня. Одного сегодня поймал, одного вчера. По одному карасю в день мне Посейдон давал. Вот такие вот карасики. Сейчас хочу домой поехать пожарить их. Давно не ел жареных карасей. Еще аппетит у меня нагулялся. Вот на рыбалке я пару часов порыбачил сегодня. На природе 2-3 часа побыл. Аппетит сейчас зверский. Сейчас приеду, карасиков пожарю. Будет классно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся на следующей рыбалке, в следующем видео. Несмотря на то, что рыбы мало, все равно на природе классно посидеть, порыбачить. Немного живцов поймал. Все, хочу выбраться на этот, на какой-нибудь водоем, где щука или окунь есть. Посмотрим, где это можно сделать.